Главным героем 10 сезона реалити «Холостяк» стал 34-летний пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк. Родился новый холостяк 24 октября 1985 года. По знаку зодиака он скорпион. Может быть, кто-то из вас уже проверял его совместимость с участницами? Пиши в комментариях. Рост Макса 183 сантиметра, а вес 78 килограмм. Его отец авиадиспетчер, а мать водитель школьного автобуса. Также у Макса есть 26-летняя сестра. В детстве он занимался футболом, мечтал стать футболистом. Сейчас он увлекается тайским боксом, ходит в тренажерный зал. Макс рассказывает, что с детства часто ходил к отцу на работу и представлял, что однажды тоже поднимется в небо за штурвалом самолета. Можно сказать, что он совершил и мечту отца, ведь он всегда верил в сына. На сегодняшний день Макс Михайлюк – профессиональный авиатор, который отлетал более 4000 часов и имеет самую высокую лицензию транспортного пилота. Кроме того, он руководит и небольшими летательными аппаратами, и мощными лайнерами, а также может безопасно сажать самолеты в сложных горных аэропортах. Летнюю школу Fly Max в Майами холостяк открыл в 2016 году, когда ему было 26 лет. А для этого ему также пришлось получить лицензию пилота-инструктора. Холостяку сейчас приходится жить на две страны – США и Украина. Макс – бывший одессит, который уехал из Украины вместе с родителями, когда ему было 19 лет. Иностранки не пришлись по вкусу холостяку, и он решил, что хочет жену из Украины. Про бывшую девушку-холостяка, к сожалению, много информации нет. Но вот в Инстаграме удалось найти несколько их совместных фото. Еще Макс рассказал про подарок бывшей. «У меня была ситуация, когда бывшей девушке не понравился выбранный мною подарок на ее день рождения. На тот момент мы встречались лишь несколько месяцев, но я был влюблен. Выбрал для нее кулон в виде сердечка. Он был очень красивый, и я вкладывал в него определенный смысл. Но когда подарил его любимой, узнал, что она хотела сережки, а не кулон. Поэтому романтический момент был немножко утерян». После этой истории стараюсь заранее узнавать, чего хочет девушка. И еще как вариант выбирать подарок вместе с ней. А что ты знаешь о новом холостяке? И какая девушка, по твоему мнению, подходит ему больше всего? Обязательно напиши об этом в комментариях. Спасибо тебе за просмотр. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе самых сочных новостей. Всем пока-пока!